вешать, а мне это некомфортно. Хотя, блин, на самом деле лучше бы я вешал проклятие стихии, потому что проклятие рока я всегда забывался вешать. А мы будем бить первого босса дольше минуты или нет? Будем. А еще есть проклятие огонь, но оно, наверное, вообще в Дестрике не дамажит. У нас на пула нету. Мороз будет рвать. Не-не, я ЗДК не буду рвать. Подожди. Помогите, пацаны. Мне нужно 60 поделить на 24 и умножить на 6315. Придется калькулятор, я что-то такого не могу посчитать. На сколько умножить? На 6390, короче, на 6300. Все, я умножил, 15800. Слушай, неплохо, проклятие агонии, ну только с учетом того, что она тратит 3 ГКД вместо одного. Дамажит плюс-минус только же, что проклятие рок. Давайте, давайте, не затягивайте. Что там, готовы? А ну гляньте, кто там может его перетащить? Да я перетащил уже, перетащил. Мария женщина еще не зашел. В смысле, я тут? Смотри, женщина. Ну, у тебя так ник читается. Режима. Ты там букву перепутал. Так, мне не хватает СПД, пацаны. А где тотем Элемовский? Можете бахнуть? Оставьте Элемовский тотем, пожалуйста. Я поездку с пула? Ну если Гера не будет с пула, то давай да. Гера уже, наверное, на червей. 5, 4, 3, 2, 1. Ой, что-то с поездкой прям перебор хосты. Ну, нормально. А сколько длится поездка, слышишь? А, я близко еще стоял, кайф. Врачи что-то попроще. У тебя нет такой инфы, да? Сейчас, сейчас пробью. Чуть не умер из-за твоей поездки. Да я, блин, сам этот стоял в мелизоне. Ну, точнее, не в мелизоне стоял, просто почему-то отвели, блин, босса куда-то далеко. Второго танка там нету? А зачем? Нету, нету. Тебе боб дадут, то есть главное сними его нормально. На 15 секунд поиска. Тогда нужно давать ее под этот, под команду. Я типа под три не буду брать ее. Почти уже пол КД прошло, большая часть. Потому что она тут получает. Нужно его добавить. 8 уже. Бывает. Ну тебя сильно больно бьет? Я вроде сам еще подхиливаюсь. Ну все, хилься. Да дайте ему боб. Все равно, что его экономить? Снимай. Снимай боб. Страшно жить, 5, ребят. 4, так, бьем 3, кислотную дистанцию набрали. 2, я не знаю, почему Невер молчит. Так, поездка откатилась. Нет, 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 Геру дали. Командуешь. После Геры отдашь, как закончится сразу. Зубы дал. Лужа, лужа, лужа. Алло, Невер, ты чё молчишь? Я не хочу это ролить. Ну вот тебе. Забивал. Кто-то в лужу сдох. Все хорошо, бьем, бьем, бьем. Сула, успеешь разморозиться? А чё он так далеко блюет? А ты чуть не там стоял.
дистанция. Ну, кстати, Fire Aura не стояла, нужно было поставить. Добьем, нам тут больше никто не нужен. Компот, только прожмись. Нечего уже прожимать. Да холипало было бы неплохо пресли. Давай, Войд, рез мне холипало и погнали дальше. Компот, поднимись, прожмись. Ничего. Да зеленку пока дожми. Да сейчас умрёт. Канаю. Чё? Секунду, что ли, откатывается? А, зачем, Блэр? Там сзади была лужа, а танку вообще было все равно, он просто стоял дальше. Где сзади была лужа? Я не знаю, как вы собираетесь на Нумарыке в одного танка играть. Я видел и более достойных соперников в багровом круге. Ты напрасно тратишь наше время. Ну. Из самых глубоких и темных пещер грозовой гряды был призван Гормак, пронзающий Биви. Бой, герой! 5, 4, 3, 2, 1. ПС-ку дал. Угу, чётко. Меня лужа засыпает, да? Да. Ну, хиль получает. Но мне ПС-ка. Блять, зачем так близко ставить босса, осуждаю? Боб, сними там. Пять, четыре, три, два, один. Рус, командуешь поиску. Кислотную только теперь, сейчас все ЛПшки отдавай.
Так ЛП, это раньше спел, что ты делаешь? Давай сейчас поиску. Зубы дал. Пиздец. Я встал. На тебе СС есть. За всем невозможно просто уследить. Ну, в центре станьте, разморозит нас. Да. Я поменял. Угу, я тоже. А у нас минус хил, все упали. Доспекайся в танка, в два танка пройдете и все. Нет. Да пофиг, два танка пройдете у этого босса и все. Почтим память павших героев минуты молчания. Да не-не, ему еще несколько целей, ему одну цель. Ему нужно держать на себе только кислотную, то есть он просто закидывает в нее ЛПшку. Дал таунт, закидывает еще ЛПшки по КД, все. А он типа что-то начал к ней подбегать, повернул этот клиф в рейд. Как он спал, он там ловко спал. ГПС-ку. Сейчас я пошлю. Да похуй, это милик, он тут не нужен. Торгор, а переставь свою тотему куда-то в адекватное место.
Блин, а как ощутимо без ретрика содержится по мане? Поиск. Где-то через 30 секунд, как, ну, Гера закончится потом только. Окей. Кислотную ставьте? Компот. Да уже. Подойди к компоту, потому что он не видит, что на нем этот. Дистанцию набрали? Кидай ПС. Дистанция 8 метров. Друг от друга. Так, это сейчас она может ауешнуть, правильно? Ну да, когда она вылезла полностью. Так, ну я ПС-ку тебе дам под этот, под старт. Ну, под один из. Ну давай договоримся, потому что у меня под один есть триня, типа. Хотя можно в целом из триня, наверное. Фрост Тауру паладин. Беги, малышка, беги! Кого? Кого-то попало. Давай, кидай.
Да, у тебя ПСки, общая КД с моей трини, ну, то есть 2 минуты. Нужно их как-то просто... Ну, в основном фазы на боссах минутные. Или полтора минутные. Нужно их как-то поделить. Понять бы еще, как проклятие Рока работает. Оно считает урон в момент наложения или в момент нанесения? Я думаю, наложение. А мы по спеку роляем или как? Угу. Бля, пиздец. Полик у меня не мы. Ну ты можешь там написать РЛО. Я думаю, вы сможете договориться. Ну, Редрика больше нет, в принципе. О, слушай, наверное, нашел мага, как по заказу. Ставь шкаф. А я же не контролю мобов, правильно? Мы их ауешим? Я не знаю, как десятки. Я не знаю, как Карл скажет. А чё Невер молчит? У него что-то с микрофоном? Я не знаю. Или может он не в курсе, что он молчит? А да нет, он в курсе. Время разговариваю сам с собой, у меня, ну, типа, у меня микрофон, типа, ну... А когда я тебе 10 раз... Когда я тебе 10 раз до этого сказал, что Невер, почему ты молчишь? Я думал, ты меня троллишь просто. Я ОПМ спросил. А я, ну, я смотрю, у меня микрофон, типа, не выключен на телефоне. А он просто забагался. Типа, ну, ничего, ноль реакции. Типа, зелененьким подсвечивалось, а я думал, типа, этот. Ну, все понятно. Слышишь? Слышишь этот? Идеальный. Давай тогда этот ПС-ку мне с пула, и я бахну крит-потовый припот. Ты только найдись где-то, чтобы стать рядом. Хорошо. Я вон черепок, убийца. Моя точка, любимая. А, господин РЛ, что у нас по ролу? Вопрос. Групп лут, если что-то нужно, нидать. А если что-то, ну, кому-то нужно там на мейн, там, типа, будут ссоры, драки, просто не договоритесь. Окей. Нет, нужно нет, МК у Лока. Тебе МК не нужно, друг. Мало дамаж пока для МК.
Ну блин, ну нету, к сожалению. Надо было на паладина зайти, снять шкуру и уйти. Денег нету на шкуру. Понятно. Так запишем. Ну, Алина, я думаю, ты знаешь, нужно стаки наворовать, чтобы всех обогнать. А, короче, сейчас буду стаки, ты их воруй. Типа, вчера крадом. Блять, что я ему не в лицо бью? Он-то не объяснит. Хрипатый, слушай, а глянь, как разогнался нормально. А это он где-то ешет. А, все, понял, понял. ДК играет, вы честно. Грязные приемы. Шаманы, не пуджите этого, Алмерия сама разберется. Единственное, что нужно захиливать. Войд Фури. Молодец. Так, кому за Иннером обращаться? Перебьешься. К тапу к своему обратись. Да я, блин, я сажусь по мане под этой ПС-кой вообще. Ну-ка, это же хорошо, так она наоборот. Еще и ретрика нет. Да я Хрипатова догнать не могу, ты посмотри. Да Хрипатый просто машина, что ты хочешь. Типа, в Инфернала давайте заедем. А, за контроль. Сейчас, я одного ферну. Не ферять. Блять, ебай, я просто лакал, нахуй, ферял. Сделай что-нибудь с мобами. Рос, ну что такое? С кем именно? Да с мобами, раскидай контроль, фиры и этот. В квадрат, дай фир. Все, я двоих законтролил, дальше сами. А, моб подожди, же... стой, подожди, нет, не одна. 5000 моб, 5000 моб, полторашечка. У вас холик заслакал, спит. А, вот, есть БР? Резь мне хапало. Вторая пати Мария Кри... Это там, ДСС. Невер, ты РЛ, почему-то ты это, плохо РЛ. Ну... Говно случается, давайте на хата. Привык, что рейд все делает за тебя. Да. Да сейчас я на хата зайду, пизду, блядь. Я за ретрика привык банить этих, блядь. Стал банить, а там подобное. А я вообще говорил тебе, Рос, что ты банишь этих. Банишь, блядь. Нет, не говорил. Все понятно. Ну, у меня микрофон был выключен. Так, а я перекину кому-нибудь лидера? Я говорю, я начал банить, что-то прослакал, смотрю, подумаю, лужи зеленые. Или пробуем еще раз в таком сетапе. Или зайти на ханта. Нет, ну я думаю, ладно, он не будет слакать, и я все-таки хочу что-нибудь взять. Че, может СС на кого-то кинуть? Сейчас будут анонсы, да. Такие, наверное, все-таки на танка. Типа, я не знаю. Как здесь танк может умереть? Ну, я не знаю, он же как-то умирал на первой фазе. Ну, давай тогда на этого, на Войда, если что, у Войда БР есть. Ну, всяк, мало ли. А ладно, лучше себе накину. Ах ты, блядь. Так, какие давай, ты плохие блядь цели предлагаешь? РТ на пул сдайте у меня, я ж лидера перекинул. Или дайте лидер, или ассиста что-нибудь. У тебя, Рос, лидер. Захватил рейд. Так, ну держи помощника. Короче, угу. Вообще что-то мне по эффективности крит-пот вообще не нравится. Все, 3, 2, 1, пля. Давай ПС-ку сразу. Хрипатый машина разогнался, ужас. Войд Фьюри, прихильте. А, Мария Крежна побежал. Надеюсь, правильно прочитал. Да в пизду. Нити типа, нас создают, блядь, километровые.
потом ебись с этим. Рос, первого забанишь, второго зафиряешь, по третьему сыграем. Потом, кто будет с контроля выходить, его будем играть. Если босс еще доживет к тому моменту. Да никто не будет с контроля выходить, я могу расконтролить, что они будут. Все, хорош, Касао. Ну тогда в последнего сыграем, который влезет. А остальные в контроле будут тогда сидеть. Я просто не знал, что настолько профессиональный лог. Угу. Первый вылез. Ну. Сейчас, сейчас, сейчас. Хрипаты, хрипаты, хрипаты из рейда. А, все, зелен, нормально. Ферни второго. По крестику заехали, быстренько сыграйте в него. Грибните, стан в него дайте. Все, молодец, вот. Сыграйте по кресту быстрее, добейте его. Все, остальные контроль. И доигрываем босса. Торгора прохиливайте. Моб вылечил. Все, нормально. Второго. Хорош. Давайте уже добьем этого. Все, поднял. Я не знаю, типа, я осуждаю сову, которая избивает этот фир, поэтому пускай сова с ней разбирается. Понимаю. Хрипада, вы прохилите. Все, грац. Пал, хили при хрипата. Да где, блядь, сука, что-нибудь, блядь? Я не умею на кинжал носить. А, это вообще прям с ловкости. Че, может кинжал что-то взять? Кинжал взять, типа, вместо двуручки. А, тотемы убирать. Ах, нет, все нормально. Давайте перемещаемся на сторону к щиточку Альянса, где он танк стоит наш. Ну, не, ну чё, нормально задумка. Хорошо, да будет так. Сражайтесь с честью. Да не, чё, ну, кстати, вот да, да, тут справедливо, а вторые просто, ну не знаю, бан получают. Ну. И ты забираешь водки с того, кого убил, короче, выбираешь, как мне нравится. Ой, Рушка. Так, что там у нас еще из мразотного? Сова. Лок. Кто там у нас еще, блядь, не вижу. Это маг. Шаман, это тотем на антифир. Череп, крест, квадрат играем. А, блядь, а где милики? Там, это ретрик, да, получается? Почему хапал? А где у них милик? У них милика нету, что ли? Хаифа это сова плюс. Понятно. Ну это да, это мусор. Короче, в крест давай эфир сразу рос. А в квадрат нужно будет. Блять, сука, выделить чего не могу. Вот, ты тогда квадратик поконтролишь. В вихре туда парочку задашь. А в рушку мы просто грипаем ее сюда. Ну и просто под герой заливаем. Тут типа даже танчить нечего. Прям сейчас же можно тут заезжать и башить. А, по хилам. Ну, в целом, думаю, так пронесем без этого, без сидения на костах. Только стой, секунду, не пуляй, не пуляй, не пуляй пока. Что такое? Дринки не откатились? Нет, 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 нет. Подожди секундочку или минуточку. Хорошо. Какой-то, блядь, вообще странный сетап максимально. Типа в первый раз вижу, чтобы ни одного медика не было. Ну что, паладин есть. Так это паладин, это школик. Ну и ладно. У них прохаванные, у них все РДД, они подготовили.
Да, да нет, там единственный, кто реально проблемы создал, это Рушка. А, хрипат. Да я всякий... пишу, я же писал снипу, типа, этот, ему нужна была триня. С этого. Mm. А хосту. он ходил сегодня. А, ну тогда все, погнали. Хрипат, и Харзога выделили в этот, в запомни цель, если что, ему нужно будет грипнуть или касс кикнуть. Если он на уешь, начнем, играем через Рушку. Кого что, играем? Рушка. Друзья, кого да. Я контролю, ты говорил? Есть там дерево? Ты контролишь крестик контролишь. Если вдруг он насчет касс... Не, брат. Че? Это не моя цель. Мне дерево дай. Какое дерево? Где тут дерево? Ну все, четко, значит я никого не контролю. Ты фиряешь крестик, все, братишка, давай, поехали. Грип, два гриппа сюда сделайте и убиваем. Геру сразу сдавайте, как они подлетят к нам. Все. Погнали. Диспел только не забывайте делать. Я диспелю, пока ты. В кого играем? В Рушку, черепочек. Сова Старфол, осуждаю. Бовую кожу. Может еще и бомжи сдать. Слышишь, меня кошки едят. Сейчас забьем уже ее. Блять, Войда, прохиль частицу на него, дайте ему, что-то очень больно. А дальше в крестик играем. О, это я могу не контролить уже. У меня хер стали, прикольно. Диспелить не забываем. Сейчас я тоже дать. Хочу массфир дать, пацаны, стойте, отойдите. Да я сдал массфир, сдал массфир, подожди. Я следующий даю, все, массфир, пацаны. Ой, побежали. По квадратику заехали после этого. Алина, ты тут? Она с собой не разговаривает. Нет, ее нету, она написала. А в сову сыграйте. Поговори с нами, Алина. Этому рейду не хватает женского голоса. Видишь, какие все тут душные. Она занята игрой, все. Да блин, это шик обычно. Погрузилась. Что играешь? В сову. Давайте пристать сейчас после этого за душем. Я буду в Холипала играть. А, это Холипал один. Ну там и прист есть, но только его контролит ветра, меня это раздражает. Давайте по паладину, блядь, метку поставлю, короче. Тут уже без метки контролить его как хотите. Блять. Я, блядь, бы шаг еще, мне похуй. Все. Кнопки покинуть тело еще нету. Сейчас удар героя кину. Все, сбросил. Хрипа, ты пики как осты этому Каифе. Блять, сейчас успекнусь в эту стойку. О, пацаны, сложный босс. Фу, блядь. О, слушай, тапочки, меткость, крит, нахуй мне не нужны. Ага, вообще, слушай, а они не такие плохие, как мне показалось сначала. Надо взять. Паладин, зачем тебе этот талисман? Он же мусорный. Да прикол. Это же кастерская триня. Ну что там хаста есть? Так у тебя нечем ее пробовать. Она крит. Она крит и каждый раз... Бля, надо кому? Я не видел вреда. Да, да, локо отдай. Думал, просто от каста. Типа, да нет, компот должен справиться, ну камон, ну типа, тут у нас дом танчил до шмоти. Да че он не удержит, все удержит, просто вот тот же самый метку берешь, что ему, и все. Хорошо, бери черную. Это называется, можно стопнуть дамаг. У меня 8 минут фласки осталось. Слушай, шаманы вообще не набирают агро, они не дамажат, как бы, камон, куда. Так, погибель света черепочек. Ты играешь в нее, соответственно, просто там, ну, всякие дотки обвешиваются. Кого я играю, подожди. Черепок, играем все в черепок. Все, я играю в черепок, а ты в кого?
Да все играют в черепок. Все, компо, давай, иди пуляй. Стой, я не готов. Нет, нет, нет. Дайте ему пару секунд. Надо. Да, дайте мне пару минут, подождите, мне нужно подготовиться. Какие приподы жму? Блядь, под каждого босса свои. Ладно, похуй, пуляй, я буду без приподов. Я реально сорву сейчас пулу. Дайте ему поставить, поставить, только надо играть. Ближе, ближе, подводи, прямо к порталу, прямо к порталу. Подходи, подходи, подходи. Не понимаю, просто. Все, все, супер. Не осуждаем ничего, все хорошо. Давай поездку. Давай, давай, там у тебя друг. Пойду, отойду пока, пацаны. А, или мне БР надо? Ой, тебя... Берни, 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 Берни. Лучше Берни Элема, он еще нам магу блестит. Все, чётко. Я пойду заготовлю себе еду. Да нормально, сейчас добьем так. Реса и Таргора. Че, палец трогал. Играем также по черепу, не меняем цвет. Так, все, меня точно никак не резко, да? Я отхожу. Да никак не буду, слушай, нормально. Зомбаком разве что отвлекать я резко. Ооо, да нет, это сложно, не надо. Кто там куда побежал? А, все, нормально. Как сейчас Торгору умер? Темная волна. Переключили свет, играем к крестику. Переводить не будем? Будем после этого. Переводи. Кстати, может фурики больше надо, может что-то сейчас за говно, блядь. Где вообще ДПС у этого Армиса и Бара? Ну, бля, мне кажется, реально фуристойки больше бьют, чем вот. Остаемся на светлой воронке, ничего не тыкаем. Бьем дальше босса. Ой, Динер есть? У Войда нет, у него нет. А, дал в тебя уже. Да, он уже дал. Все. Блин, нужно квест выключать, блядь, они не мешают, блядь. Если дом перекрыли. Не, нихуя. Все-таки в армстойке больше дамага идет. В темную переключились. Темную. Все взяли темную, играем по черепку. Переводи сейчас. Переводи. Все. Продолжаем играть по черепку. До конца доигрываем, ничего кикать не надо. Вот так, да. Я так до сих пор не понял, у них что, одна хп на двоих? Да. Все, я пошел на ханта. Так, лидеры есть, да? Все нормально. Вагонится на нубе, это уже такое. Нуб может задушить. Роз. Роз, да. Ты знаешь, что я решил? Я буду давать ПС-ку Алине. Нельзя. Она мне после каждой ПС-ки пишет спасибо за то, что кинули баф. А ты? А у меня нет таких, понимаешь, аддонов модных, как у нее.
Ну, решай эту проблему. Я просто проявляю благодарность. Какой уголок? Алина, ты видела скриншот в Дискорде? 10 кана на Молчезаре в десятке. Я в 25-ке в Каражане столько даю. А все, закончилось М5, я все шмотки поменял, пацаны. Все, ой, шмотки, все шмотки с МВ5 поменял, теперь на домашний, наверное, перестану. И вообще камни нужно на инту поставить, чтобы этот... да, чтобы маны больше было, чтобы, знаешь, дольше садиться. Нет, насчет типа того, что маны больше нужно, я согласен, но только... И чарки на ману, кстати, есть на груди 250 ман дает. Это инты надо больше. Ну я бы тебе понял, ну хотя бы чтобы 35 было, типа, чтобы можно было побурстить нормально. А то, блин, если у меня накидывают ПС-ку, типа, плюс 3, не, то я сажусь по мане, блин, за 40 секунд. Ну да, да, вот 40 секунд. А так, типа, а у меня огненный зев, типа, действует минуту. Не тапаться же это. А, ну иннер надо, чтобы закидывали просто. Не, Airdrew, 4 Airdrew нужно. Да, 4 Airdrew, блин, вообще нужно просто рейд собрать такой, чтобы ассистить одного лока. А, кстати, ПС-ка на меня, ну, типа, не вешает КД? Нет, не вешает. Нет. То есть нам нужно как минимум 2 ДЦ в 25-ке. Надо вот организовать это как-то. Да лучше нет, лучше вот 5 ДЦ, 5 друидов, чтобы, ну, как бы, нормально тебе давали. И нужен... Два мага, чтобы МК... Два мага, да, обязательно. Нужен нормальный демон, такой крепкий, который не в хасту убит, а в СПД фулл. Зачем вам... И суммуйте меня, и выкиньте из первой пати вармова. Зачем вам мага бустить? Ну, кстати, не знаю, вот это вот, правда, осуждаю. Скучно придумали какой-то... Плиз, помогите! Мы еще не упали вниз. Че, в натуре? Угу. Только запустили. А, только запустили. Я думал, кто-то побежал уже, там разговор начался. Бля, ну тогда долететь успею, наверное. Давай. Блин, конечно, Фростморн прикольная пушка. Я бы с тобой побегал на паладине. Фростморн? Угу. Ну вот, как у Лича. Такая синенькая. А она, кстати, этот, понял? Есть в файлах. Да, в файлах есть. Легендарка, 303. Но или 300. Легендарка. Ну, нет, она не легендарка, она белая. Только не как фамилька белая, а по-другому. Она бледно-желтая. Как артефакт. Ну, я не знаю, как это называется, этот цвет в игре, но... Все нормально. Давай. Не падает свой аппарат от товара. Ставьте поэтому... шкаф. А, это я ставлю. Ну ладно, давайте я поставлю. Шкаф. Понимаю. Да блин, осталось 3 камня. А это минимум 2 раскола. Мне забой нужно нажать, понимаешь? Да ты умрёшь. Через 5 секунд. Вот скраби и ползаю. Да чё сразу умру, пацаны? И этот, пожалуйста, ладно, похуй. Делайте, что хотите. Сейчас, секунду. Дайте пса резну. Да, я сейчас тоже. А, не надо, я уже здесь, Торгор, можешь остановиться. Так, и чё это? Не самая быстрая рука на Диком Западе, поэтому не твой день. Так. Так, дебэмпл будет? Да, я сейчас 3-2-1 скажу, подожди. Я пью на куда? На 1? На 2? На 1. А, так, где у нас там Торгор? Ой, Фоторгор, господи. Компот, иди под босса уже, начинай. Давайте. Starfall здесь нажмешь, будет, когда начнется бой, я на дальний разобью. На счет 2 пейте, на счет 1 уже пуляешь. 5, 4, 3, 2, 1, пул. Давай Starfall сразу. Моба сразу забирай на себя, гриппа, и моб сзади, на войда идет. Все, накидывай на него ЛПшки.
Нет, накидывай на Анубарака ЛПшки. И все, и теперь на Анубарака, я остальное в тебе на поле. На пуль нормально, Ануба, я сейчас сорву. О, сейчас видно, что на поле. Вы успеваете заливать? Да, я добиваю нормально. Ой, я бурс не нажал, понимаю. Я, кстати, тоже забыл. Я напулю в тебя сейчас с этого. Да не надо в меня напулю, ты чё, роб? Да я не в тебя, вот, встань, господи, слышишь? Говорит, я напулю сейчас тебе. Да а не с кем тебя. Ты разговариваешь? Я ДКшке говорю. Один, говорит, один я с тобой разговаривал, типа, ты сейчас говоришь, я напулю в тебя. Все, люблю, целую, как мне это воспринять? Они успели перевести. Ну все, можно вайпаться или что? Какая тактика? Блять, просто все сейчас разбивайте. Главное, просто не умрите. На следующее должны перевести уже спокойно. На кого там кинулось? Не вижу. Ой, хрипат, осторожно. Все, хорошо. Заходи в лужу. Нет, не дрыщи судьбу. Блять. Ой, ну ладно, ладно, скилл, скилл. Слушай, Таргор неплохо бьет в соло цель. А сколько у него Т4? Один? Две ульки прям подо мной разлили. Да, ничего, нормально. Две у него Т4. Сейчас посмотрим на дистанцию. Все, сейчас будет после этого выкапываться, отходите к луже. А, все. Полипал, ты как на последней фазе там сильно прям. Да, и пристабав, снимите тогда все. Да не надо, ну чё вы, блин, не привыкли это. Это профессионализм называется. А нет, ну типа, ну по факту супер мало дает. Это усложняет только хилам вас отхилить, возможно. Понял. Я думал, там сильно не бьет. Просто можно держать вас на лоу хп, и чем больше у вас хп, тем это лоу больше. Нет, ты не прав, не меняется от этого. Там бьет не от, ну, не в зависимости от максимального хп. Ну, блин, в смысле, ну у вас будет просто максимально. Слушай, давай Геру сейчас дадим, чтобы перевести быстрее. Давайте Геру. Это мы успеем. Да успеем, но все равно, чтобы сейчас моб тоже выйдет, за гриппа его. Переведем его на фазу и заиграем. Давай в тебе там на пул, типа там, поэтому мол. Бля, мы точно успеваем, блядь. Пиздец. Не успели. Гамно. Это ты сейчас про РЛ? Да не надо так говорить. Да, это, конечно, гамно, ну слушай, ну вообще. Какой РЛ? Какой рейд получается? Извините. Мне пока нравится. Да. Знаешь, что еще нужно? Давай сейчас выбьем мне Скоробея, потому что, ну, у меня нет нормального маунта на Локи, блядь, на этом фиолетовом. На фиолетовом Пегасе. Раз... У тебя нет нормального этого, поэтому на ханте? Вообще нет нормального. Что ты врешь? Да я вообще слабый, слушай, что ты находишь. Да, у меня портал далеко, я так бегаю. А мы там 2%, да, не перевели? Или сколько? Не обратил внимания. Ну, 3, сейчас дотки докапают до 2, наверное. Ой, слушайте, Боб есть там? А, нормально. Нет, есть, 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 уже все нормально, нормально есть. Все, вылезает, готов. Ближе к луже стакнулись все тогда уже. Сейчас власть будет. Ой, я еще в этом, блядь, в духе гадюки бью. Ой, долбоёб. В духе кометы что? В духе гадюки бью. В духе гадюки бью? Ты в био? Бил в духе гадюки бил. А, я думал, ты в био хочешь дойти, дайте ПС-ку, пожалуйста. Затауньте быстрее моба. А ты не мне дал ПС-ку. Тебе. Стан, дайте мобу. А, все, вижу, да. Мама стан. Есть? Если холибол. У меня есть, там... только зачем? Ну, чтобы он не этот танка не прошиб. Давайте доиграем по мобу.
и доигрываем потом по боссу. Да, еще и будет. Держи танка на фул. Танка можно на фул, прям спам, спам. Да он же сейчас, кстати, будет в ауе хилить своей части. Да пофиг, там как раз нормально. Я ж там ничем не хилился. Прям в танка точечно хиляю лайтами. А кто хочет выжить, может подойти в миле. Я хочу выжить, я подойду в миле. Так, идеально, я на тебя просто рассчитываю, не буду милить. Ага, я упал. Понятно. Потих, ой, все, я не знаю, делай что хочешь. Но чтобы мы выжили, прошли этого босса. Типа это будет смешно, если мы сейчас пойдем. Так, компота нету незыблемо. Да, должен выжить, 500 тысяч просто, там, бурсты свои отдали, геры там. Соседи зовите, чтобы по клавиатуре прыгали. Не хватает тебя. Одной руки мало. Все. Не, ладно, все, я был неправ, я нормально. О, слушай, посох выпал. Так вот же хотел его. Я хочу. Делитесь, на ножа. А, ну все, тогда не делитесь. Ой, зато я на Влара сколько УД полутал. Сейчас пойду. Теперь нужно понять, теперь нужно посчитать. Но мне математика подсказывает, что это лучше посох. А, Витсула забрал.